сюда, сюда. Или оттуда? Саша! В каком отсеке он? Под аппарат в каком лежит? А, в первом. Где? А, вот это. Честно говоря, по камням бы дальше полез бы. Не знаю, не знаю. А, или можно и по леднику. Ну, или вдоль камней. Да. Не-не-не-не-не. Не так, не так. Саша, аккуратно спускайся вниз. Да? Ну, до основного языка ледника мы не дошли, ну, совсем немножко. А там уже просто опасно становится совсем. Если здесь все сыпется. Да, спускаться надо крайне осторожно. Ну, полезли, Сань? Дай. Аккуратно, аккуратно, вперед. Нам еще вот туда спускаться, к водопадику. Нет. И держим дистанцию, дистанцию держим. Молодцы.
поднимается наверх. У него большая часть внизу. Точно. А он около Сони какой айсберг плавает. А он же плавает. Да-да-да. Где-то до этого уголка мы долезли, где начинается сыпуха. Кажется, расстояние небольшое, а усилий затрачено много. Зато какими красками теперь играет лед. Не знаю, будет ли видно это на телевизоре, на видео. Но здесь цвет просто шикарный. Там вот идут маленькие человечки. Внизу это для масштаба. Чтобы понять, насколько мы забрались.